Всем привет, привет, туп, солнечный талеб на проводе. Легких путей никто не ищет. Сидит на вилках и хоть бы что. Всем привет, привет, туп, солнечный талеб на проводе. Сегодня утром прям, девочки, такое торжественное, мальчики, мужчины, прям торжественное утро. Вам обещала все ж время показать свою коллекцию обуви. Коврик маленький, я говорю, я не знаю, что как-то распродать это или куда. Не, ну я сейчас я... Сейчас я шучу, конечно, никто это распродать не будет, потому что оно... Нет, тут есть, допустим, вот эти вот мне, допустим, они не нравятся. То есть, ну, колодка там была по-другому на видосе, на фотографиях. Ну, да, по-моему, видео было, женщина была одета. Ну, такое неудобное, все, стоячее, что можно куда-то же носить. Ну, дороговато, конечно, сейчас бы я такую цену за них не отдала. Короче, сейчас вам покажу приблизительно. Не знаю, сколько девчонки, сама не считала. Некоторые надо привести в порядок, потому что там каких-то уже снимали, и это, они грязненькие. Как раз я в шкафу сегодня там все уберу. Боже, мне шкафа не хватает. Шкафа не хватает, надо, наверное, покупать квартиру, сказала кума. Слушайте, не хватает шкафа, надо купить, я хочу, мне хотелось бы купить шкаф, наверное, там, где кошачий домик стоит, около окна, бля, не хочу заставлять шкафами. И, наверное, если буду покупать, если надумаю, потому что я не хочу шкаф, ну, еще один шкаф, не хочу, чтобы комнату не это. Вот, я бы сделала двери бы стеклянные, чтобы смотреть, девочки, а что? Вы знаете, как я, между прочим, мучаюсь? Мне приходится каждый раз открывать, чтобы посмотреть на это достижение республики. А так оно будет стоять там, любимые. Не, есть такие, которые одевать буду меньше, но есть любимые, есть. Вот эти вот сделала, не доделала еще мне кума. Хотя, в принципе, они и так даже оригинально смотрятся. Смотрите, какой каблук она мне сделала. Вот. Вот эти вот я брала на Амазоне. Они должны были по-другому вставляться, но Света своими мерками вставила. Что значит креативный человек. И все, смотрите. Вот, казалось, был просто розовый туфелька. Кстати, платформа обалденная. Можно ходить на них целый день. Розовенький, загорю. Одену короткую юбку, живот втяну и пойду. Красотень. Сейчас буду показывать по парам и буду рассказывать, какие мне больше нравятся, какие меньше нравятся. Потому что, допустим, вот эти, почему каблук здесь доработанный? Потому что они... О, Господи! Меня шатает от этого успеха. Потому что они, в принципе, одинаковые. Ну, каблук разный, платформа разная. Здесь платформа, кстати, классная, резиновая. Ну, это сейчас я подготовлюсь и вам все это достижение покажу. Здесь немножко другая резиновая. Это, кстати, это не вся обувь, девочки. Или меня надурили, или она долго идет. Там еще должна была обувь идти уже полгода назад, я до Нового года заказывала. Или меня надурили, и она не придет, или же она идет очень долго. Или я, как всегда, там указала 28-й дом, не знаю. Так, ну что, ваше здоровье, дамы и господа. Это так волнительно и торжественно, наконец-то этот дом, этот день настал, и сегодня они хотя бы подышат воздухом и впитают всю энергию. Смотрю и думаю, там стоят одни коричневые, нафиг, как я могла их купить, я не знаю. Я тешу себе мыслью, что я их не купила, мне их в подарок положили. Сейчас буду показывать поодиночке. Так, оп, переключаемся. Девочки, мальчики, мужчины, начну с самого этого края. Короче, эти вы видели, да, покупали по скидкам, стоили 153 евро, по-моему, взяли за 60 с чем-то. В белых ходила меньше, потому что, не знаю, 40-й размер почему-то. То есть они однотипные, только здесь замш, здесь кожа. В этих намного удобнее. Короче, как в тапочках, как в угах. Одел и пошел. Единственное, что на белый ход немножко у меня почему-то давит здесь. Я не знаю почему. То есть у меня как-то что-то в них вот не складывается. Хотя смотрится очень классно, очень удобно. Дальше. Вы, наверное, видели, у меня за 20 евро, по-моему, я брала. Помните, в Примадонну мы ходили весной или летом? Вот такие вот штуки. Вот такие кроссы я брала, цветные, очень легкие. Клеенка, естественно, но, тем не менее, удачно очень. Взяла, я имею в виду, цена удачная. И если одеть носочек или гольфики... Боже мой, где моя молодость, вообще не могу понять. Девчонки, вот эти вот нравятся, вот эти нравятся. Классно. Сейчас вам потом покажу, которые меньше нравятся, потому что они, ну, такие, скажем, однотипные. Очень устойчивый, могу в них бегать, мода пройдет, а у меня мода никогда не закончится. У меня только начинается. Дальше. Давайте по порядку, так что меньше показать. То, что вы видели, а потом то, что не видели. Бакфорты. Кстати, что я в них бегала с нацельниками, это, наверное, твои, Света. Да, это твои. Да,
А, кстати, где мои? Не знаю. Это твои, потому что они у тебя с наценниками. Да, и они пыльные, потому что они стояли в коридоре. А куда сейчас свои засунула? Я их не забыла там? Да нет. Может быть. Ладно, потом разберемся. Потом вот эти вот, смотрите, девчонки, тоже очень удобные, красивые. Шли, наверное, недели три. Такие я куме брала. Такие были. Потом были бирюзовые, по-моему, и белые, наверное. Почему розовые? Ну, потому что как-то розовый сапог. И там еще были комментарии, когда вы написали, что типа фу, говно, и в таких только трансы ходят. Еще к чему? Ну, ходят, а что трансы, не люди, я не могу понять. Ну, ходят трансы, ну и что? Ну, ходят себе, я в них хожу. И они классно смотрятся, они устойчивы. Как раз я сейчас там все повытираю, повымываю, и еще сейчас туфли протру все. Я говорю, некуда ставить, понимаете? Такую... А в кровати у меня костюмы. Так, сапоги вот эти вот. Тоже очень удобная платформа, очень классная, лаковая. И тут типа как бы резинка. Вот, ну, смотрится на ноге хорошо. Каблук очень классный. Классный. Опять же, стоят черт знает где, я их не вижу, а смотрится на ноге вообще шикарно просто. С юбкой то, что надо. Говорит, у вас вся обувь артистическая, сценическая, ничего подобного. Это я вам сказала, кто-то из вас в комментариях подхватил. Я бы не сказала, никто бы не заметил. Вот эти любимые, одни из любимых, даже не помню, где брала. Сейчас тоже их протру. Каблук просто шикарнейший. Посмотрите, какой каблук наискос идет. Платформа удобная, немножко даже в них жарковато. Я вчера в них ходила с карликом. Тепловато в них, ну потому что клеенка, понятное дело. И носок, смотрите, какой классный носок. Ну, сейчас, классно, это для меня, я понимаю, там комментарии сейчас посыпятся. Смотрите, тупой, просто очень классно, да? Сейчас тоже их помою все, протру. А, красиво? Я считаю, что красиво. Так, это и сапог. Потом, смотрите, сапог такой. Это кожаные сапоги. Кстати, что-то еще их не протерла, вам показываю. Помните, я у вас спрашивала, как отмыть эти штуки? И мне девочки сказали, попробуйте такой вот штучкой. Я еще думала, откуда мне эта штучка, как же она называется? Такая губка специальная, которую я покупала к сумке Обек. Сейчас я, наверное, не найду ее. Потом найду, если покажу. Такая беленькая. Помните, вы мне еще в комментариях писали? Попробуйте ей. Ну, в принципе, можно, но это очень долго. Ну, постараюсь сейчас отмыть. Кожаные, красивые. Было очень модно. В этом сезоне разноцветная платформа. Эти вы видели туфли. Я их покупала, по-моему, за 70. А видела их сейчас, они стоят до сих пор по мере. По-моему, на них стоит больше цена. Покупала, помните, на Венецию я их. Ну, чтобы сказать, не, ну так было неудобно. Они понарезали в такую жару, мы шли, блин, 6 часов пешком. Если ходить просто для этого, ну, в принципе, ничего страшного, выстрадала. Вот эти вот такие симпатичные, но что-то в них надо, какой-то брошь, бомбон, потому что как-то они очень скошенные, вперед идет у них. Мне не нравится такой вперед скошенный. Но на видео я смотрела в инстаграме, когда снимала, на видео смотрится хорошо, неплохо. И при том еще желтый, знаете, такой яркий цвет, насыщенный, на загорелой ноге, на красивой, да? Будет смотреться великолепно. Ну и желтые, никогда не было желтых туфлей, хоть, знаете, на пятом десятке желтый туфель. Мне очень нравится. Но опять тут сделан так вот, видите, как красиво сделаны. Ободочек сделали, то есть он уже был такой. Единственное, что я бы сюда что-то, чем-нибудь закрыла бы вперед, наверное. Дальше. Вот эти сапоги все видели. В них я, когда снималась, помните, в кино? Вот такие вот сапожки. Где же мои фотки? Куда же я их засунула? Они в синей сумке были. Вот такие вот. Удобные, в принципе, удобные. Нормально я в них ходила. Хотя не мой носок, не для моей стопы. У меня стопа широкая. И нужна такая обувь, знаете, что ногу всунул и пошел. А здесь, конечно, так типа узковато. Но ничего, выходила по горам, бегали нормально. Так, дальше. Конверсы мои. Новая модель. Конверсы. Недавно покупала. Пару месяцев. Ну, не пару месяцев, но до декабря. До декабря я покупала. Мне еще девочки спрашивали, что за модель. Девчонки, не знаю, что за модель. Новая модель была. Не знаю, если сейчас они, были ли они со скидками, без понятия.
брала размер 39, по-моему, этот, и 5, 39,5. Надо было брать 39. Взяла бы 39, наверное, палец бы дарила. Ну, в общем, немножко такие, не широковатые. Кажется, наверное, огромные, да? Ну, что сделаешь? За эти вам говорила, да? За эти сапоги, что как бы не очень. Ну, такое, знаете. Колодка удобная. Выходить целый день в них можно. То есть, колодка удобная. Выходишь в них. Каблучок маленький, можно даже в магазин идти. С таким каблуком и сумками будете возвращаться, не будет это. Может, как-то вот так носить. Знаете, типа припустил. Короче, такое что-то, какое-то бордовое, непонятное, красное. Ну, симпатично. Ты хотела померить? Так, дальше передвигаемся сюда. А что-то я... Видели, я сегодня 55 килограмм. Видите, вот это вот у меня, смотрите, вот с этой стороны, видите? Мошонка висит, что ты будешь делать с ней? Дальше, зеленые. Зеленые видели, наверное, в инсте, наверное, видели, да? Вот, неплохой, неплохая туфля, опять же, хорошая колодка. А, здесь хорошо нога входит. Цвет приятный, красивый, мой, нравится. Самые любимые туфли, тоже девчонки шьют сами, ну, свое производство, девочек они занимаются. И у них очень классно идут распродажи. У них очень большие заказы. Итальянская обувь. Смотрите, здесь в два раза ремешок через ногу перетыкается. Высочайный каблук. Когда в этих туфлях в инстаграме делают телодвижения какие-то, все обращают внимание, что вытягивает еще больше ногу, еще красивее вытягивает ногу. И многие были комментарии, что классные. Ну, опять же, как для меня очень спокойные. Я люблю такое, знаете, чтобы издалека видно, сброшусь какую-нибудь. Ну, в принципе, можно подумать. И, кстати, Света сделала брошку. Дай, пожалуйста, я покажу. Может быть, она вам потом покажет, как она ее делала. Вот, но это, конечно, нечто просто. Кто заметит? Я помню, что одного камня не было. Смотрите, она просто поменяла два камня, и брошка еще заиграла еще лучше. Вот это тот вариант, когда вот такая брошка мне нужна вот так вот, смотрите, девочки. Вот так вот. Я должна ходить вот так. Видите? Вот это вот мой вариант, что я должна блестеть. Все. Каблук каблуком, но, видите, видите сама, как она вставила, не знаю. Может быть, она вам покажет сама. Покажешь, девочка? Бля, брошка очень классная. Так. Фиолетовые, естественно, какая... Девочки, издалека показываю, потому что мы там у них когда снимали там видео, я в них загребла, и что-то времени не было, так и поставила. Сейчас я всю обувь аккуратненько возьму тазик, все это аккуратненько помою. Сегодня выгуляю, прям сегодня будет выгулочный день. Здесь обязательно. Пусть стоят, дышат, у меня окна везде открыты, весна веснущая. Ну, такая еще, надо вывесить сейчас белье. Фиолетовые. Естественно, куда без фиолетовых. Реплика на Versace. Очень красиво сделано здесь. Реплика. Делают сами девочки. Пользуются спросом. Шли очень долго. Шли долго, и они не из дешевых. Вот эти, понятное дело, что, ну, клеенка. И видно, Лариса, если ты меня смотришь, Ларис. А ты, я тебе не показывала женщину, которая на меня гадости пишет? Во все службы, там какие-то инстанции, бабе делать мне, сейчас покажу тебе. Делать тетке нечего, она сидит, строчит на меня. Представляешь? Я не знаю, у нее что? Так, не, у нее дети есть, у нее, не, у нее сын. Сын, ну, сын подбухивает. Сейчас тебе покажу. Что, я ее удалила? Лорик, я что, тебя удалила? Олейникова, по-моему, ее звали. Лорочка. А как это мы теперь будем без твоей фотографии у меня в телефоне? Лорик, удалила. А как это я тебя так? За что? Я же никогда не обижаюсь. Как я тебя? Куда ты делась, зайка? Все, Лорик, все, нет тебя в моей памяти, в мемории. Я тебя вычеркнула. Так. Классный. В них, по-моему, даже ничего не снимала. Может быть, что-то пробовала. Что-то я не помню, снимала в них или нет. Девочки. Не помню, если в инстаграме что-то прыгало в них. О, ну раритет, с них все началось. Вообще все началось, давайте сначала вот так. Все началось с этих. Стоили они 280 евро. Это Сваровские камни. Здесь несколько камушков выпало. 280 или 180? Не буду врать, или 180 или... Выпало пару камушков. Кстати, надо куме подсказать, может, она мне сюда камушки приклеит, пока клей есть.
замуж, брала их в рассрочку. Не могла заплатить, может, 180. Короче, дорого для меня было. Для меня, наверное, даже если 180 они стоили, для меня это 200. Наверное, они стоили со сконтом 180. Стоили. Девочки, они стоили так дорого, что, короче, я их брала в рассрочку. То есть это очень много лет назад. Им, наверное, лет... Софии 18, им, наверное, лет 10, если не больше. То есть я их брала, то есть у меня была Сузанна, вот здесь магазин рядом с моей, я вам ее показывала с моего дома. Я к ней приходила, зарабатывала, давала там по 20-шке, когда могла дать, когда там 40. И я их очень долго выкупала, они у нее стояли, я их выкупила. Это Сваровский, пробка, смотрится просто шикарно. Я хотела отнести мужчине, чтобы он мне здесь колодки наколол, ну, чтобы они не начали у меня стираться. И все, как-то они у меня в коридоре стояли, потом я забываю, но надо сегодня протру, поставлю, надо к мужику отнести. Вот с этих туфлей и все началось, потому что я не могла... Самое некрасивое. Самое некрасивое? Так это 10 лет назад, и это повседневка, очень удобная. И я в них, конечно, и в ресторан, и куда только с Аликом я в них не ходила. Туфля очень шикарно смотрится, смотрите. Колодка вообще удобненькая. Здесь спереди очень свободная, смотрите. Классные. Надо их протереть и отнести мужику. Ну, а потом, естественно... Раритетовские туфли. Это вот эти. То есть с них, в принципе, та и началась моя курьера. Ага. Девчонки, тоже смотрите, ленточка обыкновенная. И ленточка лезет. Видите? 153 они стоили. Потом, когда были со сконтом, их так, по-моему, за 151 сделали на них сконт. И так они так сейчас и стоят. Удобные, классные. Смотрите, как я их на конкурсах и в них побила. Побитые. Это же, наверное, теперь ничем не заделает, да, вот эти дырки. Помните, я когда хотела их продать, я же их купила, а вы мне пишите, зачем, куда ты пойдешь в этих туфлях? Я их хотела продать. Уже все, Сара, я сказала, Сара, девчонкам покажи своим. Думаю, продам их пока не... Там один раз я, по-моему, их сходила. А, нет, один раз я что-то на кухне мне походила. И все, Сара говорит, вышли мне фотку, у нее девчонок много, она работает в центре эстетики. Она говорит, я девочкам покажу. И тут как раз конкурс, и все. И... Они на сцене смотрятся просто бомбически. Они блестят, вам не передать как. То есть вот этих вот всех погрешностей, которые вот здесь сейчас я вижу, на сцене их вот этого вот, видите, там, где не хватает чего-то. Ой, как не хватает, сейчас тоже наговорю. Просто так. Девки со сцены блестят так, что вообще, мама дорогая. И платформа очень удобная, очень устойчивая. Хотя здесь невысокая, но ходить буду с удовольствием. Сейчас их тоже помою все. Может, какой-то что-то не товарного вида? Никакого. Так, дальше. Эти я вам показывала. Ну, давайте розовые. Уже тоже вам показывала. Давайте сейчас я под одну ножку вставлю. Я так дорожу ими. Честно, не знаю почему. Я на обуви как-то с детства мне нравилась. У меня были всего одни, там, допустим, называли их лапша, по-моему. Знаете, так в 90-х было модно. У меня там их было там 1-2. Вот. Оторви. Это просто приклеилось. 1-2, но я на обуви была очень помешанная. Мне всегда нравилось. Возможностей не было, и обуви такой не было, но мне всегда нравилось. Это что про тебя, там такие же розовые. Блядь, они просто шикарные цвета. Посмотри на них. Угу. Посмотри, этот каблук, очень, это вообще нечто. Очень, блин, согласна. Боже, это девочки. Девочки, модницы меня поймут, хотя я не шмотница, не модница, но... Классно, что вот у меня, знаете, я хоть пошопилась с кумой, знаете, с подружкой. У меня подружек нету, и, ну помните, я с Жулькой ездила в Икею, не потому что она плохая, просто, ну, блядь, нам скучно в Икее с ней вдвоем. Разные интересы. Потом я поняла только одно. Когда я еду в Икею, мне надо брать такси и ехать одной. Я иду в те моменты, в те промежности, где мне интересует что-то. Просто ходить я не могу, хожу я быстро и подстраиваться под кого-то, и, блядь, я страдаю. Поэтому... С тех времен я езжу только за 15 евро на такси, за 15 евро приезжаю, все, сама походила, взяла, заплатила, чтобы никого не напрягать. Все это приехали, сделали, смонтировали, уехали, все, никто не нервничает. Я тебе показывала розовые. Очень кукольная, барбишная. Вообще. Скажи, подошва классно сделана, очень резиновая, видите? Это прям ну вот они какие-то, понимаете, вот девчонки, они вроде как и одинаковые, кажется, но здесь вперед разный. Каблук разный, дистанция между их прибытием очень разная. Ну, не знаю, здесь, как, может, бубон сюда какой-то. Не, ну это туфли, это босоножки открытые. Как это? Да. А, ты имеешь в виду вот здесь перепонка? Она говорит, это туфли?
А это босоножки открытые? Ну, открытые полностью. Все вот это, да? Ну, конечно. А это туфли? Уговорила. Нашли отличия, да? А? Отличия нашли. Ну да, но все равно они какие-то один. Ну, постоят. Девчонки, оранжевые. Почему? Потому что оранжевые. Потому что потом не будет. И то, что брала, недорого. Беру все время 40-й. 40-й размер. 40-й, да, мы если 30. Ну, я просто боюсь, что я беру 39-й, я боюсь, что я туда не влезу, понимаете? Не знаю, будет ли вот здесь весной или летом, когда буду одевать, будет ли потеть. Вот именно вот эта перегородка, не знаю. Но смотрится классно, опять же, говорю, мои, люблю такую платформу. Как вам? Потом напишите, какая вы. А сейчас напишите. Ладно, не пишите. Я сейчас скажу, напишите. Эти мне, помните, в Инстаграме немножко подосрали меня в этих. Помните, девчонки? Как вы написали, что они мне садят ногу, и типа я коротконогая. Так я 1,63 м, 1,65 м. Утром я 1,63 м, вечером я 1,65 м, я вытягиваюсь к вечеру. Смотрите, какие красивые. В них была только одна артистка на нашей современной русской эстраде, это Салтыкова. У нее только другого цвета были перья. Не помню, была ли у нее здесь вот эта вот красивая штука, но больше артистов пока в этих туфлях я не видела. То есть наподобие, как у меня есть, видела, там Клава была, типа вот в таких вот. Еще какая-то женщина тоже выступала, пела в таких наподобие. Вот, ну, девочки, куда этим артистам до меня? Ну, поют они, а что толку? Что толку? Вся коллекция у меня, понимаете? Вот эти вот, не знаю. Просила кому доделать здесь каблук, переделать. Не знаю, как купила, вроде неплохие, то есть можно ходить, все как бы, такой цвет, да, нейтральный у меня с этими, вот это платье заровское такое, помните, ну, кожзам. То есть, в принципе, можно под него, да? Но все равно что-то не стоит. Ну, купила там кое-что. Я, кстати, сейчас она... На, поставь. Да, только хотела сказать. И она мне сделает, и все. А это греет. Особенно, когда своими руками это делается, понимаете? Это греет еще вдвойне. Потому что ты знаешь, что такого ни у кого нет. Это не просто ты пошел и купил. Это доделано под артиста, понимаете? Это артистические руки делают для артистического ей личности. Все. Все, все, все. Девочки, балдею, классные, сделаны как под замшу, очень мягкие, ну, замша, наверное, светлый, включи, пожалуйста, там свет, розетку. Ага, спасибо большое. Смотрите, здесь пушок, очень круто, с пушком смотрится, сейчас это модно, все, спасибо большое, все модницы в Инстаграме в таких туфлях, мне нравится, сейчас скажете, бля, тут носить, тут уже 5-10, куда вы их носите, девочки, вот каждый день полы буду мыть в них, буду мыть полы. Ничего страшного, мне до сих пор, это Ирина, которая тоже 40-й, видите, носа. Ирина, которая со мной жила, она мне всегда это вспоминает. Говорит, помнишь, как ты оденешь туфли, ходишь по квартире и полы моешь в туфлях? Да, вчера Карло увидел эту шляпу, дай я покажу. Вчера Карло увидел шляпу эту, я померила, она говорит, Марина, я просто, как она все это делает? Я говорю, ты прикинь, говорю. Она говорит, я просто говорит, в шоке, говорит. Очень ему понравились работы, лифчик мне понравился, все. Говорит, вообще просто в захвате. Свечку вчера с ним зажигали вместе. Сидели со свечами. Так. Девочки, дальше. Вот эти вот туфли. Классные. Ходила в них, выгуливала. Ходила на презентацию типа фильма. 39-й, 40-го не было, все разобрали. Мне в них приходится немножко, знаете, так, ну, люди не видят, а я знаю. Мне приходится немножко все время туда ногу вталкивать, чтобы пятка... Это мне это кажется, что пятка висит. Сейчас я вам покажу. Может быть, она и не висит. Вот, смотрите. Видите? Но мне все равно приходится немножечко, когда я стою, туда ноги сувать. И они как-то, ну, в них надо поаккуратнее ходить. То есть в них ты не побежишь. В бар пить лимончелло ты тоже не пойдешь в них. Нет, можно в них идти, но уходить во вьетнамках, девочки. Брать с собой вьетнамки в сумку. Потому что они такие, знаете, опасненькие. В том плане, что голень открытая, девочки. Голень, только держите вы сами мышцами, девочки. У кого они есть? Если нет, девчонки, а ничего. Все можно начать. Еще одни. Ой, каблук шикарный. Посмотрите на этот каблук. Просто шикарный, толстый, огромный, красивый каблук. Малиновый цвет. Эти шлепки, я уверена, я их просто сношу. Помните, у меня я еще брала со скидкой две пары босоножек. У меня желтый и красненький. Тоже такие удобные. В магазин сбегать, на велик сесть. 40-й. Можно было брать 39-й. Видите, пальчики не доходят. Но я видела у модниц в Инстаграме, у них точно так же получается, что пальцы вот так вот. В этих даже можно ходить по дому. Для красоты, девчонки. Для красоты.
Так, они у меня чистенькие. Дальше. В этих вы меня видели, полусапожки классные, устойчивые, красивые. Этот цвет был модный, потому что ж видели, да, даже Зара сделала коллекцию таких брюк, платьев. То есть это прям цвет вот какашек в этом сезоне был мод. Смотрите, классные, одевала пару раз, супер, голень в них держится, очень удобная. Так, любимые сапоги, красивые, больше не попадались мне на этом сайте. Очень маленький каблучок, а-ля 70-60, наверное, моя колодка вот тут спереди, не колодка, как она, ну тут язычок сам. Широкая, ногу сунул, пошел, сделана очень шикарно, весенняя, я думаю, что весной я в них буду выглядеть шикарно. Под платьишко, надо только живот втянуть, потому что девочки, что делать с животом? Читала ваши комментарии, я сказала, что ну какая операция, девчонки, ну женщина умерла. Ну что это такое? Боюсь. Туфель, нравится, классные, видите, тоже цвет неожиданности, очень классно, этот самый, ходила в них, по-моему, даже что-то снимала в инстаграме в них. Очень круто смотрится. Ногу вытягивают, каблук устойчивый. Вот классно. Вот когда классные туфли, они классные. Вот она моя роковая ошибка. Мальчик Никита в инстаграме постоянно мне сбрасывает обувь. Он находит обувь на... Ну, видно, себе там что-то смотрит на сайтах. И я такой, Марина, это точно должен быть в вашем гардеробе. Потом другая женщина в этот же день сбрасывает мне вот эти красные, розовые. Ну, фуксия. И говорит, Марина, фиолетовые, понятно, но вот эти должны быть в вашем гардеробе. А я ей говорю, да я их заказала, они просто очень долго идут. Они шли, наверное, месяца три. Считайте, до ноября я их заказывала. Ноябрь-декабрь, да, в ноябре, наверное, если не раньше. Смотрите, вот они фиолетовые, розовые, есть желтые такие, черные, ну, такой о себе. Красные тоже как-то, не знаю, ну, не мой цвет, это красный. Вот, но фиолетовые, смотрите, розовые смотрятся очень шикарно. Смотри, свет. Их даже можно вот так вот носить. Смотрите, девчонки. Сейчас вам покажу. Сейчас вам покажу, потому что вы сами до этого не додумаетесь, я вам не скажу. Смотрите, вот девочки. Вот камни здесь нравятся? Да, мне нравится. Вообще да? Нравится, конечно. Чем больше, тем лучше. Смотри, желтые. Свет, вот так мы можем же ходить. Можно. Желтые подойдут здесь? Ты у меня спрашиваешь? Спросил у больного здоровья. Девочки, смотрите, вот так, смотрите, все. Вы с подружкой покупаете одна фиолетовая, другая розовая. Меняетесь, все, смотрите. И никому не обидно. Все, смотрите, я так и буду носить иногда. Я могу себе позволить по характеру. Так, дальше. Все, Паша, все. Ай, девочки, как это все быстро закончилось. Что я расстроилась аж. Смотрите, девчонки. Вот такой вот туфляк. Смотри, какой красивый каблук. Они сейчас модные. Очень тяжело найти в черном и в других цветах. Сколько перелазила. Ну, как мне реклама высвечивается. Я захожу в магазин, если мне нравится, цена подходит. И смотрю, блин, я не могу попасть, все расхватывают. То есть, в основном, вот такого вот цвета. И смотрите, какая красивая, какой красивый каблук. Он сейчас будет самый модный, вот такой вот каблук. Видите, она как в шахматы, как бокал шампанского. Смотрите, у кого какие ассоциации. Очень классная туфля тоже, что-то не хватает. Очень каблук красивый, спереди для меня простенький. Понимаете, смотрите, вот мой вариант, вот так он. Как-то слилось, они, знаете, как наподобие с чем, сейчас я вам покажу. Где-то здесь. А, вот они, смотрите, вот по цвету. Это бежевый, это немножко розовый, такой пастельный цвет. Но они такие, знаете, похожи чем-то. Но, опять же, это для меня очень умиротворенный вариант. Мне надо такое, чтобы, типа, рок-н-ролл, понимаете. Ну и в завершении. Покажи, Маринка, вблизи, покажи вблизи, девочки. Ну что это? Ну это же красота. Посмотрите, как сделан задник. Дольче Габбана. Смотрите, как красиво. Реплика, естественно, Лариса, не падай в обморок. Реплика, но написано Дольче Габбана. Потому что сейчас в обморок упадешь. Начнешь считать. Смотрите, какая здесь красивая. Как красиво сделано. Какая красивая эта штучка. Спереди, как кричит она. Это я в них поеду на конкурс. Хотя. Они, если выступать в них, ну, проходку делать, они будут смотреться сценически красиво, да, наляписто, как мне нравится. Смотрите, как красиво спереди сделано. Но вытянет меня этот туфель, очень простой туфель, он меня просто вытянет, сделает его красивее. Этот немножко меня посадит, но как туфля сама симпатичнее. Правильно я сказала? Стой, смотри, это тебя вытянет, как артиста, это тебя посадит, но сценическая очень красивая обувь. Это мне надо сейчас перемыть, девочки. Это же не надо, надо же помыть, я же сказала, тазик возьму, да? Тебя как артиста ничего не посадит. Нет. Ой, короче, красотища. Ты вытянешь любую обувь.
Девочки, смотрите, они здесь у меня скользили, там в комментариях написали. Видим, что туфли хорошо скользят. Они реально скользят, но это, наверное, просто у меня на плитке. Смотрите, как оно смотрится на ноге. Какая красота. Почему синие? Потому что там были бежевые и были еще какой-то цвет, такой, по-моему, бордовый. Они очень дорого стоили, очень. Хотя эти стоят тоже. Те стоили еще дороже. Ну куда? Девочки, зачем? И синие, они, их видно. Их видно издалека. Бордовые, я бы в них потерялась. А они голубые под глаза, я купила их под глаза. Красивые, на мое день рождения. Я в них пойду. Куда? Не знаю. Но я их одену и пойду. Буду самая красивая, шикарная женщина. Мне будет 4,7. Блядь. Девки, когда я зубы сделаю? Я хоть до 5-го десятка зубы-то себе сделаю или на 6-м их сделаю? 1, 2, 3, 4. Так, все. Все, что? Все, я расстроила. Цветочечка, возьми за. Я расстроилась, девочки. Все, закончилось. Нету больше коллекции. Все. Не поняла, что я нету-то. Короче, сейчас быстренько еще вам проведусь, покажу. Вот. Ну, есть такие, что смотришь и думаешь, вау, классно, круто. Ну, есть такие, что смотришь, ну, как бы, ну, ничего особенного. Ну, пусть будут, хлеба не просят. Тем более, это все покупалось постепенно. Если, я говорю, есть обувь по 20 евро, которая недорогая, но она не выглядит на 20 евро, понимаешь? Если бы я не сказала. Но я сказала для Лариски. Что Лариска сейчас не переживет. Так, давайте еще раз показываю. Я говорю, вот эти я точно затаскаю летом. Просто обалденно классные. Только под них надо какие-то шортики. Не знаю, юбочку красивую. У меня нету рубашек никаких. Нету как-то ничего такого, знаете, вот рубашку или еще чего-то. Ну, вот такая вот, девчонки, у меня коллекция. Интересно, то сколько вы насчитали пар, кстати? Я даже не знаю, сколько у меня пар. 32. 32? Ты считала? Вместе с сапогами? Ну, не только, уже деньги твои посчитала. Деньги мои посчитала? Да, могу сказать. Сколько? Много? Так ты ж не знаешь, какая цена у каких? Я все знаю. Откуда? Ну, потому что постепенно ты мне рассказывала. Нет, ну это я припиздела немножко, Свет. Я припиздела, потому что я знаю, что ты не любишь, когда деньги тратят. И поэтому я все время тебе снижаю цену, чтобы ты в обморок не падала. Видишь, сегодня мои туфли стоили 280 со Сваровски. Ты сказала, я сказала 180 сразу. Видишь, я же быстренько, типа, и такое же лицо делаю невинное. Она просто, она себе покупает одежду по мере своей деятельности. То есть ей надо выглядеть, там, есть какой-то дресс-код, он, по-моему, называется. Поэтому, человеку, ему надо, чтобы ходить на эти слеты, куда она ходит, надо выглядеть соответственно. Естественно, приходится покупать какое-то платье. А так она, не потому что она бережет деньги, короче, не тратит. И знаете, как я это... Ой, какая туфля, какая красивая туфля. Она... И сколько такая туфля стоит? К примеру, я такая 100. Она такая... Ой, не, я сейчас шучу. Не, там... Не, это красивая. Не 100, Свет, сейчас, подожди. Свет, это 100, те стоили, а эти, Света, где-то 70. Она такая... Потом, не, Свет, подожди. Вот сейчас хорошо подумаю, 50 или там... Я шучу. Она такая... тогда нормально. Девчонки, настроение хорошее. Беру тряпочку, сейчас быстренько пройдусь по этим, вытру у себя в этом... Сейчас скажете, куда, где они у вас стоят? Девочки, не спрашивайте, это для меня больной вопрос. Где стоят? Вот так вот... Стоят и приходится открывать шкафчик, смотреть на них. Я смотрю на них. Это во-первых. А сейчас у меня есть видео. Это же у меня раньше велосипеда не было. А теперь у меня есть видео в Инстаграме. Я теперь Инстаграм открою и посмотрю. Единственное, что бы я бы не носила бы, вот с большим удовольствием, это вот эти вот, которые я вам показывала, такие гомнистые, непонятные. И вот эти вот желтые. Чего-то мне здесь не хватает на них, не знаю. Какой-то броши. Не знаю, мне вообще не хватает. Я люблю все светящееся, все красивое, блестящее. Меня это вызывает во мне на хорошее настроение. Все, всем спасибо за просмотр. Всего самого хорошего, доброго, нового пастыря. Миру мир, это однозначно. Верните миру мир. Это точно. Я вам говорю. Мир должен быть у людей.